На Ямале завершилось обучение наблюдателей, назначенных общественными палатами России и округа. Очные занятия прошли в 6 муниципалитетах региона. В остальных городах и районах Ямала их организовали в режиме видеоконференц-связи. Всего обучили более 400 человек. Об этом во время брифинга сообщил председатель общественной палаты округа Дмитрий Заякин. Также он рассказал об открытии на Ямале 18 марта ситуационного центра «Гражданский контроль». В него войдут представители от общественной палаты, войдут электоральные юристы. Мы планируем, что у нас будет эксперт ассоциации «Гражданский контроль» подъедет из Москвы. Кроме того, в общем-то, мы будем на постоянной связи с нашими наблюдателями от общественной палаты во всех муниципальных образованиях. И вся информация будет сюда оперативно стекаться. Планируем интерактивные включения. Также председатель общественной палаты Ямала отметил, что 18 марта наблюдатели будут работать не только на основных, но и на дополнительных участках. Например, в поселке Сабета, где проголосуют более 10 тысяч избирателей, сообщает информационное агентство «Северпресс».